контролирую. Ну да, скажи фамилию-то. Грищенко. Ну? Имя, отчество. Игорь Владимирович. Проходите. Я вспомнил, я попутал. Ты такой положил, ну а тут тоже, да, ты на сюда подходил? Я тут в подвале не был. Так, чтобы спрятаться, они специально так делали, да, там складировали. Коля, а ты был? Стараемся сделать, чтобы это все-таки не была инструкция действия. Да, они же пришли.
Чего? Отойди отсюда. А вот нашли конец. Ага. Вот он сюда выходит. Ну, ну ясно. Да вот нашли его, да? Валяй! Я думал, топор забрать. Это вот такой.